Ганди говорил, что любые наши поступки малозначительны. Но их обязательно нужно совершать. Офицер, ребята пытались остановить драку. Иди домой. Стойте! Руки! С первой половиной мысли я согласен. Хорошо, когда есть отец, который может нести залог. Я не хочу, чтобы за меня что-то вносили. Как думаешь, почему папа не проводит со мной время? Она знает, что я о ней забочусь. Это нормально, Тайлер. Нормально? Нормально недостаточно. Он пошел против правил. Здесь нельзя курить. А зачем тогда пепельница? Это чаша. Декоративная. Значит, специально для меня поставили. И сбился с пути. Вот уже пара недель, как ты пропала жизни. Не выходишь никуда. Хватит изображать печаль. Я вообще-то помочь пытаюсь. Пока однажды, оказывается, есть дочь. Какая еще дочь? У копа, который тебя принял, есть дочь. Я ее знаю, мы курс истории и политики вместе слушаем. Тогда вперед. С факультетом социологии не встречаюсь. Тебе повезло, я еще не определился. С чем? Совсем. Он не впустил ее в свою жизнь. А что есть на десерт? Я всегда начинаю с десерта. Что это? А это у нас закуски. Вот почему тёлки на тебя западают. Они любят все это романтично-поэтичное дерьмо. Чарльз, это ваш сын. Слушай, как насчет совместного ужина? Сколько человек? Трое. Меня он может прокатить на тебя ни за что. Ты ни о чем не заботишься! Ни за кого не отвечаешь! Мальчишка! Пойду прогуляюсь. С кем? С парнем из школы. Совсем запутался, да? Считаете, что видите меня насквозь? Отец не понимает, что сейчас происходит. А что происходит? Роберт Пэттисон, Эмили Де Рейвен, Крис Купер и Пирс Броснан. Мне тут все время подсказывают. Сделай так, чтобы она осталась с тобой навсегда. И этого слова я уже не боюсь. Помни меня. Скоро на экранах.